Уважаемые коллеги и гости, завтра исполняется 111 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, который открыл электронный парамагнитный резонанс в этих стенах, в этом здании. И это было одно из крупнейших открытий прошлого века. Более того, именно это открытие проложило дорогу другим магниторезонансным явлениям, в частности, ядерный магнитный резонанс, о котором сегодня будет идти речь, был открыт американцами на 2 года позже, после открытия ПР. Поскольку это явление оказалось очень важным для исследования микроструктуры вещества и его свойств. И сыграло большую роль в развитии физики вообще конденсированных сред. В связи с этим, по инициативе Семена Александровича Альтшулера, было организовано так Завойские чтения. Первые чтения произошли в 1982 году, на которых, по идее Завойского, на этих чтениях приглашаются люди, ученые, которые с мировым именем, которые вложили существенный вклад принципиального характера в изучение явлений физики твердого тела с применением различных методов, магниторезонансных методов. На этих чтениях выступили такие известные люди, как Виталий Лазаревич Гинзбург, Андрей Станиславович Боровик-Романов, академик Леонид Вениаминович Келдыш, академик Раль Зинурович Сагдеев и другие. Но Семен Александрович, к несчастью, ушел в 83-м году, но чтения Завойские чтения все-таки продолжались. Правда, в 1988 году традиция была прервана. Но в прошлом году, в честь 110-летия со дня рождения Евгения Константиновича, они возобновились. И на этих чтениях выступил профессор Инсбрукского университета, директор по научной деятельности Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской академии наук Рудольф Гримм. Так что сегодня мы продолжим эту традицию. И к нашему удовольствию нам приятно сказать, что здесь присутствует внучка Евгения Константиновича, Елена Борисовна Завойская. В этом году с лекцией выступит директор Института физических проблем Российской академии наук, академик Дмитрий Владимирович, Владимир Владимирович Дмитриев, лауреат государственной премии в области науки и техники, премии Российской академии имени Столетова, премии Лондонской мемориальной премии, это
соответственно, годы 93, 05, 08. Владимир Дмитриевич является признанным авторитетом в области исследования методами ядерного магнитного резонанса различных явлений квантовых жидкостей, в особенности гелия-3. Гелий-3 – это очень особая квантовая жидкость, которая не похожа на ту в значительной степени, которая была, теория, которая была создана, ну, надо сказать, гениальная, простая теория Львом Давидовичем Ландау, потому что частицы, которые образуют, являются фермионами, а не бозонами, и возникает не бозе-эйнштейновская конденсация, а возникает как в сверхпроводниках, куперовские пары. И в этом смысле это явление чрезвычайно, что там происходит, ведь чрезвычайно интересно. И, конечно, мы, можно сказать, с нетерпением ждем вот того, что сейчас нам расскажет Владимир Владимирович. И его тема – магнитный резонанс в сверхтекучем гелии-3. Ну, также приятно отметить, что Владимир Владимирович является нашим земляком и поддерживал всегда контакты и научные, и дружественные с Казанским университетом. Итак, слово Владимиру Владимировичу. Я хотел вначале выразить признательность Казанскому университету за приглашение выступить на завойских чтениях, посвященных памяти выдающегося ученого. Ну, фактически уже были сказаны многие слов, которые я хотел сказать, что открытие парамагнитного резонанса – это величайшее открытие 20 века, и оно привело к открытию широчайшей области исследований. Сейчас магнитно-резонансные исследования, без них невозможно себе представить жизнь и в фундаментальных исследованиях физики, и в практике, в химии, в биологии, геологии, медицине. Много практических применений. Мне также очень приятно выступать в этом зале. Я сотрудник Института физических проблем имени Капицы, а наш институт имеет давние связи с университетом. Достаточно сказать, что в годы Великой Отечественной войны университет приютил наш институт. Наш институт работал в стенах университета. Ну и в те годы многие сотрудники нашего института, естественно, познакомились с Евгением Константиновичем. Ну и мне также приятно отметить, что вот это великое открытие, парамагнитный резонанс, ну, наш институт имел косвенное отношение, если не к открытию, то к признанию этого открытия. Вот я сейчас покажу слайд, где я некоторые воспоминания наших сотрудников, и вот из воспоминаний Альтшулера и Козырева, об одном эпизоде из жизни Евгения Константиновича. В 1944 году он, ну, фактически явление парамагнитного резонанса было уже открыто, он собирался защищать докторскую диссертацию в ФИАНе в Москве. И когда он выступал там на семинаре, этот доклад не был воспринят положительно. На этом докладе присутствовал сотрудник нашего института, впоследствии академик Александр Иосифович Шальников.
Его этот доклад заинтересовал. Он устроил встречу Капицы и Завойского. Капица сразу же предложил Завойскому задержаться в институте и повторить эксперименты, чтобы продемонстрировать, что эти эксперименты действительно правильные. В результате, буквально в течение одной-двух недель, по разным источникам одна неделя, по некоторым двух недель, буквально на коленке при помощи Шальникова была воссоздана установка, и были проведены измерения, причем, так как в Институте физических проблем была возможность получать низкие температуры, были проведены измерения при более низких температурах, и были получены результаты, которые уже не оставили никаких сомнений. После чего защита прошла на ура. Ну вот, кратко об этом сказал Капица. Я не буду здесь все это зачитывать, вы, наверное, уже прочитали. Вот самый верхний абзац. Капица очень кратко изложил эту историю. Вот, ну, тема моего доклада – сверхтекучесть гелия-3, ядерный магнитный резонанс. Значит, исследование гелия-3, как показала жизнь, невозможно было бы разобраться, что там происходит без ядерного магнитного резонанса. Я кратко вот покажу план доклада. Ну, не буду его тоже зачитывать. Сразу перейду к докладу. Значит, фазовая диаграмма обычных простых веществ выглядит следующим образом. Значит, есть кривая жидкость, твердое тело, есть кривая газ, твердое тело. Ну и видно, что при ненулевом давлении, при охлаждении, вблизи низких температур, у нас всегда должно возникать твердое тело. Есть, тем не менее, два вещества, это гелий-3 и гелий-4, в которых это не так. Ой, извиняюсь. Вот фазовая диаграмма гелия-4, вот фазовая диаграмма гелия-3, они качественно похожи. То есть здесь нет вот этой точки пересечения. Здесь есть область, я не знаю, видно здесь маркер, вот область, где твердая фаза, здесь тоже твердая фаза, здесь жидкость. То есть они остаются жидкими вплоть до абсолютного нуля, если давление не очень высоко. Это связано с квантовой механикой, с так называемыми нулевыми колебаниями. То есть это, и поэтому эти жидкости часто называют квантовыми. Но, как уже говорилось, они еще отличаются тем, что гелий-4 – это Базе-жидкость, а гелий-3 – это Ферми-жидкость. Так, видно. Это Базе-жидкость, Ферми-жидкость. И эти отличия проявляются вот в сверхтекучести. И эта жидкость, и гелий-3, и гелий-4, они обе переходят при достаточно низкой температуре в сверхтекучее состояние. Но посмотрите, в гелий-4 это примерно 2 Кельвина, а в гелий-3 это примерно 2 милликельвина, то есть в 1000 раз меньше. Ну, почему это так, я скажу чуть позже. Буквально скажу несколько слов про сверхтекучесть. Меня предупредили, что этот доклад, он как бы для общей публики, поэтому я постарался изложить его максимально просто, и некоторые понятия мне придется определять. Физикам, может быть, это будет неинтересно. В то же время я не смогу обойтись без, может быть, некоторых формул, поэтому кому будет непонятно, прошу извинить. Значит, ну, ничего страшного, вы просто, так сказать, верьте выводам, которые будут сказаны после этих формул. Вот немножко про сверхтекучесть. Начну с гелия-4. Гелий-4 становится сверхтекучим при температуре примерно 2 градуса Кельвина. Это означает, что у него скачком пропадает вязкость. Но не совсем, нельзя говорить, что у всей жидкости пропала вязкость. Вязкость пропадает только у части жидкости.
То есть жидкость состоит как бы из двух... Все, у меня уже... Из двух компонентов. Возникает сверхтекучая компонента с плотностью ρS и остается нормальная компонента. В пределе низких температур плотность жидкости уже сравнивается с плотностью сверхтекучей компоненты. Это переход второго рода. И связан он с явлением Базе-Эйнштейновской конденсации. Гелий-4 – это Базе-жидкость. При Базе-Эйнштейновской конденсации конечная часть атомов переходит в общее, единое квантовое состояние, которое описывается единой волновой функцией. Ну вот, она записывается таким образом. В теории фазовых переходов второго рода Ландау вот эту волновую функцию можно взять, вводится понятие параметр порядка, то есть ниже точки перехода он не ноль, а выше точки перехода ноль. И волновая функция является как раз параметром порядка вот в теории Ландау. При этом свободная энергия сверхтекучего гелия-4 записывается вот в таком виде. Ну, здесь это сейчас не очень важно, но мне это важно для дальнейшего. Сверхтекучая компонента вот описывается единой волновой функцией. Это означает, что атомы неразличимы, то есть часть жидкости, как бы мы не можем сказать, мы не можем эти атомы, так сказать, пощупать руками, они размазаны по всему пространству. Мы не можем сказать, где какой атом находится, но мы можем сказать плотность этих атомов. Вот квадрат этой функции просто дает плотность как бы сверхтекучих атомов. Возможен также сверхтекучий поток массы, он определяется вот градиентом этой фазы. То есть сверхтекучая компонента, она стремится быть однородной по пространству. В случае возникновения неоднородности возникает сверхтекучий ток. Гелий-3 – это Ферми-система, поэтому вроде как там не может быть сверхтекучесть, там не может быть базы конденсации. Но мы знаем, что в Ферми-системах в обычных сверхпроводниках происходит переход, во многих металлах происходит переход в сверхпроводящее состояние. И объяснение этому такое, что если есть притяжение между электронами, то они могут в какой-то момент при достаточно низкой температуре образовывать так называемые куперовские пары. В обычных сверхпроводниках происходит спаривание двух электронов в состоянии с противоположными импульсами и противоположными проекциями спина. То есть суммарный спин пары, спин электрона 1,2, суммарный спин пары получается 0. И эта пара ведет себя как бозон. И таким образом возникает как бы базе-система этих пар и, возможно, базе-конденсация. Ну, таким образом, сверхпроводимость это можно рассматривать как сверхтекучесть спаренных электронов. И в результате волновая функция здесь выглядит точно так же, как в гелии-4. Ну, сверхпроводящий ток также выражается через градиент фазы. Но обычно здесь говорят об электрическом токе, хотя это на самом деле и массовый ток. Но так как электроны переносят заряд, то, конечно, легче измерять ток заряда. Ну, при описании Ферми-систем мы обычно говорим о Ферми-сфере, и возникновение пар, оно сопровождается возникновением энергетической щели. Теперь я перехожу уже непосредственно к гелию-3. Ну, гелий-3 довольно редкий элемент, его не так много на Земле. И его исследования начались довольно интенсивно с появлением ядерного и термоядерного оружия, так как гелий-3 получают в основном из распада трития. И в результате, где-то начиная с 60-х годов, исследования жидкого гелия-3
стали вестись во всем мире, и искали сверхтекучесть, так как было предположено, что, как и в металлах, там возможно куперовское спаривание, спин атома гелия-3 также 1/2. Вот, причем теория уже предсказывала, что спаривание должно быть не таким, как в системах, как в обычных металлах. То есть предполагалось, что спаривание будет со спином 1. И в 1972 году вот была обнаружена сверхтекучесть. Здесь показана фазовая диаграмма в области уже низких температур. В обычной шкале видно, что в зависимости от давления сверхтекучий переход происходит примерно от 1 милликельвина до 2,5 милликельвина. И наблюдаются две сверхтекучих фазы разные, что уже необычно. Но за это открытие, кстати, была присуждена Нобелевская премия. Но сначала несколько слов, как получают такие температуры. То есть нужно получать температуру порядка 1 милликельвина. Но здесь вот шкала температур в логарифмическом масштабе и основные методы, которые позволяют достигать низких температур. Ну, год назад здесь была лекция про квантовые газы. Там тоже температуры очень низкие. Но для охлаждения гелия-3 те методы неприменимы, так как там речь идет об охлаждении очень малых количеств вещества, и как бы хлопроизводительность метода очень, очень мала. Но этот метод используется именно для охлаждения газов. Здесь нужны другие методы. Ну, основной метод, который сейчас используется, это комбинация рефрижератора растворения гелия-3 в гелия-4. Это примерно 10 милликельвинов удается получать. И последующее размагничивание ядер. Я просто покажу сейчас, как это выглядит. Да, ну вот здесь я еще привел примерные рекорды температур, какие удается получать. Здесь они для разных систем разные. Связано это с тем, что при таких температурах равновесие между вот разными, например, между электронами и решеткой, тепловое равновесие устанавливается достаточно долго, и можно получать перегретые, скажем, электроны от значительно спиновой температуры. Охлаждение гелия-3, видите, намного, намного сложнее его охладить, так как нужно отобрать тепло от гелия-3, а есть такое явление, как скачок Капицы. Это тепловое сопротивление на границе жидкости и твердого тела, оно растет обратно пропорционально 1 на t в кубе. Поэтому при низких температурах это проблема. Поэтому гелий-3 охлаждать вот пока ниже там, примерно 80 микрокельвинов не удается, но этого хватает, чтобы обнаружить сверхтекучесть. Ну вот примерно как выглядит, это показан криостат ИФП, он в разобранном виде, это вот криостат растворения, это ступень размагничивания. Но это примерно его схема, вот здесь на ступени размагничивания находится образец. Эксперименты довольно трудоемкие, длительные, здесь и циклические. 2 дня предохлаждения, 1 день размагничивания и эксперименты порядка недели и так далее. Поэтому, в общем, так как это довольно трудоемкая область, то и гелием-3 не так много людей в мире занимается. Ну вот это пример экспериментальной ячейки. Так как эксперимент трудоемкий, то мы сейчас стараемся делать ячейки, состоящие из нескольких образцов. Ну, пойду дальше. Опять вернусь к фазовой диаграмме. Напомню. И теперь немножко теории. В гелии-3 куперовское спаривание происходит в состоянии со спином пары 1 и орбитальным моментом 1. В этом случае волновую функцию уже вот таким простым образом, как в гелии-4 или
в обычных сверхпроводниках записать нельзя. Можно ее записать вот в импульсном пространстве, вот функция куперовской пары разложена по собственным функциям операции проекции спина. То есть полный спин единичка, соответственно, у него три проекции, 1, 0 и минус 1. Вот красным это вот как бы спиновая часть подчеркнута, это спин плюс 1, это спин минус 1, это спин плюс минус 1. А вот, вот в этих коэффициентах как бы содержится информация о том, что орбитальный момент пары имеет равен единичке. Для того, чтобы записать теперь свободную энергию Ландау, ну такая волновая функция, ее туда это нельзя ее считать параметром порядка. Параметром порядка, на самом деле, я не буду здесь объяснять это все, является матрица. Вот эта матрица 3 на 3, комплексная матрица, она содержит о себе всю информацию о волновой функции куперовской пары. И она не зависит от направления, не зависит от k. Поэтому ее выбирают в качестве параметра порядка. И свободная энергия Гинзбурга-Ландау тогда записывается, вот, вернее, свободная энергия Ландау. Гинзбурга – это еще присутствие магнитного поля. Она записывается вот в таком виде. Вы видите, что вот здесь был один коэффициент бета, а здесь у нас 5 коэффициентов бета. Связано это с тем, что член четвертого порядка из такой матрицы можно сделать разными, множеством разных способов. Ну и также из того, что у нас параметром порядка является такая матрица, 3 на 3 комплексная, то есть имеется 18 параметров, можно предположить, что вот, что сверхтекучих фаз может быть множество, потому что 18 параметров могут иметь разную величину. Но на самом деле и важны только те, которые соответствуют минимальной энергии. И теоретики посчитали, что в принципе может быть до 18 разных сверхтекучих фаз. Но выживают только те, которые имеют минимальную энергию. Ну и оказалось, что, собственно, только две фазы реализуются, А и Б. Вот эти коэффициенты бета, они зависят от давления, поэтому в высоких давлениях вот, выгодной становится А-фаза, в низких давлениях Б-фаза. Ну вот кратко свойства ЯМР этих фаз. И параметры порядка этих фаз были предсказаны теоретически. Вот параметр порядка А-фазы выглядит так. Здесь единичный вектор D – это спиновый вектор, перпендикулярный намагниченности всегда. И орбитальный вектор вектора M, N и L, где L направлена вдоль орбитального момента пары. Вот если пару таким образом себе представить, то вот L – это вот, то есть два атома вращаются с орбитальным моментом единичка. И у них есть спиновые моменты, которые параллельны, так как спин суммарный равен единичке. Ну, ясно, что ориентация орбитального момента и спинового момента, если спин-орбитальное взаимодействие, и с этим связана энергия, которая зависит от ориентации спинового момента и орбитального момента. Это называется дипольной энергией. Вот дипольная энергия в А-фазе имеет такой вид. Она минимальна, когда вектор D параллелен вектору L. Эта энергия очень важна именно для ядерного магнитного резонанса. Ну, еще можно сказать для физиков, что энергетическая щель в А-фазе она не везде одинакова, а зануляется в двух противоположных точках. Другая фаза, B-фаза, она изотропна. То есть А-фаза анизотропна, B-фаза изотропна. Здесь параметр порядка
записывается таким образом, где матрица R – это матрица вращения вокруг некой оси N на некоторый угол θ, который входит также в дипольную энергию. И чтобы минимизировать дипольную энергию, косинус θ равняется минус 1/4, что примерно 104 градуса. Несколько слов о ядерном магнитном резонансе в системе обычных спинов. Ну вот я, например, в равновесии у нас намагниченность направлена вдоль магнитного поля. Если мы каким-то образом ее отклоним, то у нас есть угол отклонения намагниченности бета, и есть фаза. Намагниченность начинает прецессировать, потому что с одной стороны, она хочет стать параллельно магнитному полю, а с другой стороны, с намагниченностью связан спин, то есть механический момент. То есть это у нас как бы гироскоп на ниточке. Гироскоп на ниточке, как известно, прецессирует. Ну и то же самое происходит и здесь. Начинается прецессия. Если мы вокруг образца при этом намотаем катушку, то возникнет осцилляции намагниченности вот в поперечном направлении, которые наводят ЭДС на катушки. Ну, основных методов магнитного резонанса, по крайней мере для исследования гелия-3, это импульсное и непрерывное. Импульсное – это когда мы просто импульсом коротким отклоняем намагниченность, а потом смотрим за сигналом. Ну а непрерывное – когда мы все время накачиваем сюда радиочастотную накачку и сканируем магнитное поле. И в тот момент, когда выполняется вот резонансное условие, где частота равна гамма-H, гамма – это геромагнитное отношение, которое для разных ядер разное, то возникает дополнительное поглощение в этой катушке. Вот, в реальной жизни есть еще неоднородность магнитного поля. Вот рассмотрим, что происходит, если мы отклоним намагниченность. Ну, опять вот я здесь показываю, она прецессирует, на катушке возникает напряжение, и мы видим сигнал, осциллирующий с катушки. Но так как у нас магнитное поле неоднородно, в разных местах оно разное, а частота прецессии, она, это так называемая ларморовская частота, она зависит от магнитного поля. То есть частота прецессии в разных местах будет разная, через время, характерное время, которое равно разбросу частот, обратно единицы, деленные на разброс частот по ячейке, все спины расфазируются. В результате наша катушка воспринимает сигнал интегрально от всего образца, поэтому полная поперечная компонента исчезнет. В результате сигнал у нас со временем затухает и наконец, исчезает. Хотя система еще остается отклоненной. Ну, со временем, конечно, намагниченность за счет процессов продольной релаксации со временем вернется в равновесное состояние. Ну, да, я хотел еще сказать, как методы ЯМР оказались полезны для идентификации сверхтекучих фаз. В сверхтекучих фазах у нас есть уравнение движения уже немножко отличается. Здесь появляется, так как есть там дипольная энергия при движениях намагниченности меняется, потому что двигается намагниченность, то есть спиновое пространство, а орбитальное пространство остается на месте, возникает дополнительный дипольный момент и возникает сдвиг частоты от ларморовской. Также происходит движение самого параметра, спиновой части параметра порядка. Ну, кстати, я хотел еще тоже сказать, что Легит также получил Нобелевскую премию отдельно. То есть я хотел подчеркнуть важность исследования гелия-3. Вот за исследование гелия-3 сверхтекучесть получено две разных Нобелевских премиях. Зная параметр порядка афазы, можно предсказать, как будет меняться частота прецессии, скажем, в импульсном ЯМР в зависимости от угла отклонения намагниченности.
Вот из дипольной энергии получается такая формула. Здесь омега L – это ларморовская частота, то есть гамма H, но появляется дополнительный член, где омега А – это величина, характеризующая силу дипольного взаимодействия. Ну, она примерно, она зависит от температуры, в районе перехода равна нулю, а при низких температурах примерно 100 кГц. Значит, при малых углах отклонения в случае непрерывного ЯМР мы имеем из этой формулы легко получить следующее. То есть сдвиг частоты ЯМР равен просто вот этой величине. Но вот в импульсном ЯМР следует ожидать вот такой зависимости сдвига частоты ЯМР от угла отклонения. И вскоре после открытия сверхтекучих фаз была проведена идентификация. И именно методами ЯМР. Вот эксперимент в А-фазе. Вот экспериментальные точки. Это эксперименты Ошерова и Каручини. А вот теоретическая кривая без подгоночных параметров. Зависимость идеально ложится на зависимость для А-фазы. То же самое ЯМР оказался основным инструментом для идентификации Б-фазы. Для Б-фазы из параметра порядка Б-фазы получается следующая формула для частоты ЯМР, довольно необычная. Значит, частота остается ларморовской, если угол отклонения на магниченности меньше вот этого магического угла 104 градуса. Если же он больше, то частота ЯМР должна возрастать. Здесь также лейгетская частота для Б-фазы порядка 100 кГц в низких температурах. То есть зависимость сдвига частоты от угла отклонения на магниченности должна себя вести вот таким образом. Она равна нулю, то есть равна ларморовской частоте. А при 104 градусах должен возникать сдвиг частоты. И эксперименты показали, опять же, достаточно хорошее согласие. Но здесь показаны результаты как раз вот для углов больше 100 градусов, потому что ниже 100 градусов там сдвига частоты не наблюдалось, как и должно быть. Видно, что вот теоретическая кривая, ну, вплоть до углов там 100-150 градусов, идеально соответствует эксперименту. Ну, а здесь расхождения уже связаны, сказать, с техническими причинами, я не буду вникать в детали здесь. Вот. В нашем институте исследования были начаты в 1983 году, уже после экспериментов Ошерова и Каручини, когда казалось, что с гелием-3 все ясно. Ну вот это пример того, что когда кажется, что все ясно, выясняется, что не всегда так. Значит, в 1983 году группой в составе Андрея Станиславовича Боровика Романова, Юрия Михайловича Бунькова, меня и Юрия Мирославовича Мухарского. Ну, здесь вот группа, она по алфавиту, но в то же время и по старшинству. Значит, Боровик Романов, это был как бы руководителем группы, ну, вторым руководителем был Юрий Михайлович Буньков. Я был аспирантом в то время, а Мухарский был студентом. Так совпало и по алфавиту, и по возрасту. И мы начали эксперименты по импульсному ЯМР в Б-фазе, и были получены сразу же неожиданные результаты. Я опять напомню, что ожидалось, как в обычных веществах, дается импульс. Ну, видим сигнал индукции, который быстро затухает, и время затухания определяется неоднородностью магнитного поля. Что мы увидели? Вот для сравнения. При высокой температуре, здесь просто огибающие сигналы индукции, записанные с осциллографа, у нас спад сигнала индукции происходит за время, ну, примерно там, 20-30 миллисекунд. Мы охладились до низких температур, перешли в сверхтекучую Б-фазу и увидели, что сигнал индукции длится, ну, в 10 раз длиннее, очень длиннее. Это было совершенно поначалу непонятно, но нам помог Игорь Кендинович Фомин. Значит, он понял, что уравнение для описания магнитного резонанса надо добавить еще один член. Дело в том, что
Гелий-3 – это магнитная сверхтекучая жидкость. И здесь возможна не только обычная сверхтекучесть, но магнитная сверхтекучесть. То есть перенос магнитного момента без переноса массы по законам сверхтекучего движения. Вот немножко подробнее. Наиболее яркое это явление как раз проявляется в B-фазе. Вот параметр порядка B-фазы имеет такой вид. Вот эту матрицу поворота можно расписать через Эйлеровы углы, три угла альфа, бета, гамма. Вот этот градиент фазы фи, он, как обычно, вызывает массовый сверхтекучий ток. Но когда мы делаем ядерно-магнитный резонанс, у нас происходит движение спиновой части параметра порядка. В результате вот эта матрица, если в начальный момент у нас углы альфа, бета, гамма вот имеют такое значение, то через какое-то время углы альфа, бета, гамма могут быть другими. И градиенты этих углов не приводят к массовому току, но приводят к спиновому сверхтекучему току. То есть переносу намагниченности, ну и есть теоретическая формула для сверхтекучего спинового тока, вот она имеет такой вид, но довольно страшный вид, но для случая B-фазы все сильно упрощается. Ну, во-первых, есть требование минимальности дипольной энергии, в результате есть дополнительная связь между углами, поэтому фактически остаются только два угла, альфа и бета. Причем эти углы, они имеют простой физический смысл. Угол бета – это угол отклонения намагниченности, а угол альфа – это фаза прецессии намагниченности. И что же происходит? Происходит следующее. Вот в B-фазе мы отклоняем намагниченность, и у нас пусть приложен градиент магнитного поля. Начинается расфазировка, потому что мы отклонили намагниченность, скажем, на 90 градусов, сдвига частоты нет, то есть у нас частота прецессии равна лорморовской везде. Но поля везде разные, частоты разные, значит, система начинает расфазироваться. Но как только она начала расфазироваться, возникает сверхтекучий спиновый ток. Вот здесь GZZ означает ток в направлении Z, Z-компоненты намагниченности. И вот он оказывается просто пропорционален градиенту фазы прецессии. Значит, намагниченность начинает переноситься из одного конца в ячейку в другую. Но вот она притекает, скажем, вниз, но дальше она течь не может. Ток бездиссипативный, потери намагниченности нет. Поэтому деваться некуда, как это вот... Намагниченность вблизи дна начинает разворачиваться вертикально. Сюда притекает все время намагниченность и переходит в такое состояние. Здесь же, наоборот, намагниченность отсюда утекает, и угол отклонения начинает увеличиваться. Но как только он доходит до 104 градусов, возникает сдвиг частоты. Ну и все так удачно устроено, что образуется область, в которой угол отклонения близок к 104, но слегка превышает его, так что возникающий сдвиг частоты полностью компенсирует неоднородность магнитного поля. То есть в этой области частота прецессии одинакова, фаза прецессии одинакова, и это все поддерживается сверхтекучими спиновыми токами. Едва возникнет расфазировка, возникнет ток и вернет систему в однородное состояние. Ну а здесь намагниченность разворачивается до равновесного значения. Между ними возникает стенка, она теоретически тоже была посчитана, составляет ее характерная толщина, так сказать, примерно 10 миллиметра. И вот этот сигнал, он сфазированный, поэтому он наводит сигнал индукции. Длинный сигнал индукции, никакая расфазировка тут в результате не страшна. Ну, процессы магнитной релаксации здесь тоже необычные. Они должны в среднем увеличивать намагниченность во всей ячейке. Увеличивается она таким образом. Вот эта система, просто вот этот однородно прецессирующий домен, как мы его назвали, он просто уменьшается по размеру. А частота прецессии вот этого домена, она равна лорморовской вместе расположения стенки. Стенка передвигается, соответственно, частота сигнала падает. Но это все было экспериментально проверено, и как бы было доказано, что это действительно так. Но чтобы окончательно
это доказать, был сделан такой эксперимент. Была сделана длинная ячейка, одна большая ЯМР-катушка, которая использовалась для отклонения на магнитность, и две маленьких на разных концах. И идея была в том, что если градиент направить в одну сторону, так что прецессирующий домен должен возникнуть в этой части, на одной катушке мы увидим длинный сигнал, на другой нет. Если градиент изменить на противоположный, то, соответственно, наоборот. Ну и видите результаты эксперимента. После большого импульса мы видим большой сигнал на верхней катушке и маленький сигнал на нижней катушке, ну просто за счет того, что ее область чувствительности немножко достает до этой области. В этом же эксперименте мы просто поменяли направление градиента магнитного поля. Сейчас, секунду. И все переменилось, катушки поменялись местами. То есть в этом случае прецессирующий домен образуется в другом конце. Почему же раньше это никто до нас не наблюдал? Дело в том, что мы первыми использовали практически замкнутую ячейку. Здесь существенно, чтобы вот сверхтекучие спиновые токи, которые при этом возникают, они никуда не утекали наружу. То есть они вот доходят до края, им деваться некуда, они начинают образовывать вот эту структуру. В экспериментах Ошерова, а также в ряде других экспериментов, ячейки были открыты. То есть отклонялась какая-то область, скажем, в трубке. И в результате сверхтекучие спиновые токи не давали образоваться вот такому состоянию. Вот в неком смысле случайность помогла, значит, обнаружить вот это интересное явление. А в дальнейшем мы научились поддерживать этот прецессирующий домен непрерывной накачкой, управлять его фазой, ну и провели эксперименты, скажем, вот между двумя доменами, если соединить их каналом, а дальше менять фазу одного домена относительно другого, тогда в канале возникает, опять же, градиент фазы прецессии. Вот здесь, если видно, вот нижний рисунок. Значит, возникнет сверхтекучий спиновый ток, который переносит, опять же, продольную компоненту намагниченности, то есть зимановскую энергию. В результате в одной из ячеек поглощение должно возрастать, а в другой падать. Ну вот здесь показаны результаты эксперимента, изменение поглощения в одной из ячеек в зависимости от того, в какую сторону мы крутили фазу в другой ячейке. И здесь вот мы видим критический спиновый ток, сброс фазы, критический спиновый ток, сброс фазы и так далее. Это аналогия с резистивным состоянием в тонких сверхпроводящих проволоках. Ну если здесь сделать слабое звено, то дальше мы наблюдали еще переход к аналогу эффекта Джезефсона в сверхпроводниках. Ну, то есть в этих экспериментах была продемонстрирована просто аналогия между спиновой сверхтекучестью и обычной сверхтекучестью. Ну, еще я хотел остановиться на экспериментах в гелий-3 в аэрогеле. Ну, я хотел сказать, что гелий-3, он тем уникален, что он абсолютно чистый. В нем нет никаких дефектов, примесей. В результате он идеальный модельный объект для проверки теоретических моделей вот сверхтекучести и сверхпроводимости, кстати, вот с таким спариванием. Я забыл сказать, что недавно открыты сверхпроводники, их называют иногда экзотическими, в которых куперовское спаривание происходит... Видимо, еще точно, так сказать, не доказано, но с большой вероятностью именно аналогично куперовскому спариванию в гелии-3, то есть со спином, равным единичке, и с орбитальным моментом, равным единичке. Вот. Но гелий-3 вот позволяет, ну, обычно в сверхпроводниках много дефектов, много примесей, и разобраться довольно сложно. Гелий-3 позволяет исследовать сверхтекучесть с таким спариванием в чистом виде. Ну, естественно, интересно посмотреть, а как будут примеси влиять на такую уже хорошо изученную сверхтекучесть. Проблема в том, что в гелии-3 ничего не растворяется. Как туда внести примеси? Придумали это
делать таким образом, использовать аэрогели. Ну, самый такой обычный, стандартный аэрогель – это кремниевый аэрогель на основе силициума-2. Он состоит из мочалки, нитей, которые очень маленькие по диаметру, 3 нанометра, ну, примерно вот так вот. Так вот выглядит. И такие эксперименты были сделаны. Выяснилось, что сверхтекучесть остается, но подавляется немножко. Но сверхтекучие фазы остаются теми же, А-фазы и Б-фазы. Мы решили попробовать другой аэрогель, так называемый, мы его назвали пневматическим аэрогелем. Это аэрогель, в котором нити практически параллельны друг другу. Нити тоже маленького диаметра. Пористость этих аэрогелей тоже достаточно высока. Так что эти нити можно рассматривать как анизотропные примеси. То есть гелий-3 позволяет исследовать влияние примесей на сверхтекучесть вот, со спариванием, со спинными орбитальными моментами единичка. При этом мы примеси вносим сами, мы вносим те примеси, какие мы хотим. И вот особенно интересно посмотреть на анизотропные примеси. Ну, то, что в результате у нас получается анизотропная среда, вот мы здесь продемонстрировали в экспериментах по измерению спиновой диффузии. Вот в низких температурах спиновая диффузия поперек нитей, коэффициент спиновой диффузии ведет себя так, а вдоль нити, естественно, спиновая диффузия больше, потому как квазичастицам гелия-3 легче лететь вдоль нити. Почему нас такой аэрогель заинтересовал? Потому что что происходит в этом случае? Возникает вот в свободной энергии дополнительный член, где вот этот тензор KJI, он описывает взаимодействие аэрогеля с нитями. Описывает взаимодействие гелия-3 с нитями аэрогеля. Если они анизотропны, этот член в результате также анизотропный. И в этом случае, как было показано в этой работе, должна стать выгодной вот новая сверхтекучая фаза, так называемая полярная фаза. Одна из этих 18 фаз, которые в принципе возможны, а А-фаза и Б-фаза становятся менее выгодными, зато становится более выгодным полярная фаза, которая в объемном гелии-3 она не наблюдается вообще. Параметр порядка этой фазы имеет такой вид. Здесь это спиновый вектор, это орбитальный вектор, который ориентируется вдоль нитей. Эта фаза интересна тем, что у нее щель равна нулю уже не в точке, как в А-фазе, а на экваторе Ферми поверхности. То есть это вообще топологически новая сверхтекучая фаза. Ну, мы вот попробовали и убедились, что это действительно так. Вот просто я сразу покажу фазовые диаграммы, которые мы получили. Здесь вот эта пневматическая аэрогель, называемый нафеном, 243 означает его эффективную плотность, 243 миллиграмма на кубический сантиметр. Это примерно пористость 94%. А здесь другой образец, здесь пористость 98%. Здесь температуры выражены в температурах перехода обычного объемного гелия-3. То есть единичка – это температура перехода обычного объемного гелия-3. То есть видно, что подавление температуры перехода вот таким аэрогелем ну, не очень сильное. То есть в высоких давлениях всего несколько процентов, ну, в низких примерно 10%. И мы здесь видим, что здесь везде возникла эта полярная фаза. В аэрогеле, который имеет немножко большую пористость, мы увидели, что есть полярная фаза, а потом фаза промежуточная между полярной и А-фазой. Ну, потом уже возникает Б-фаза, которая также имеет полярные искажения. Как это доказать? И опять мы здесь, конечно, использовали ядерный магнитный резонанс. Теория, так как у нас параметр порядка, мы предполагаем, какой должен быть, из него легко вывести
как должен зависеть сдвиг частоты ядерного магнитного резонанса для двух направлений магнитного поля. Я здесь нарисовал. Это угол μ равен нулю. Μ это угол между нитями, направлением нитей и магнитным полем. Значит, вот ну, здесь формулы указаны. Это для импульсного ЯМР, для непрерывного ЯМР это когда просто косинус бета равен единичке. Получается, что если магнитное поле направить поперек нити, то сдвига частоты не должно наблюдаться, то есть частота всегда должна быть лорморовской, даже в сверхтекучем состоянии. Ну, вот здесь показаны результаты экспериментов импульсного ЯМР. Значит, кружки — это когда поле вдоль нитей, вот эта зависимость, косинус бета, а сплошная линия — это теория, практически без подгоночных параметров, так как вот эту Лигетовскую частоту можно вычислить, зная Лигетовскую частоту А-фазы, которая экспериментально уже измерена. Она для полярной фазы оказывается на 30% больше квадрат этой частоты. Ну, а красная кривая это и треугольники — это эксперимент в поперечном поле, где должна быть зависимость единицы минус косинус бета. Здесь также вот теоретическая кривая для полярной фазы. А здесь и эксперимент. Ну, также просто сдвиг частоты от температуры здесь я показал в двух образцах. Красные кривые — это теоретические кривые для полярной фазы, а для сравнения — это теоретические кривые для А-фазы. То есть сдвиг в А-фазе намного немного меньше. Ну, таким образом, я надеюсь, я показал, как ядерный магнитный резонанс позволяет идентифицировать сверхтекучие фазы гелия-3. Ну, на настоящий момент вот, в слабых магнитных полях идентифицированы три фазы. А-фаза, Б-фаза и полярная фаза. Правда, полярная фаза реализуется только в пневматическом аэрогеле. И А-фазу, и Б-фазу, и полярную фазу удалось идентифицировать именно ядерным магнитным резонансом. Ну, также я рассказал про эксперименты по спиновой сверхтекучести, которые также были изначально обнаружены и исследованы методами ядерного магнитного резонанса. Ну, я уже не стал рассказывать, потому что про гелий-3 можно много рассказывать, надо на чем-то остановиться. В гелии-3 при помощи ядерного магнитного резонанса исследовались квантовые вихри в сверхтекучих фазах. Их, в отличие от гелия-4 и обычных ну, сверхпроводников второго рода, их там несколько, и в А-фазе могут быть вихри разного типа, и в Б-фазе вихри разного типа. Все, ну, почти все из теоретически предсказанных, вернее, часть, были обнаружены экспериментально и идентифицированы именно методами ядерного магнитного резонанса. А недавно в полярной фазе были обнаружены так называемые полуквантовые вихри, которые также были идентифицированы ядерным магнитным резонансом. Ну что дальше? Дальше еще много остается задач. Ну, во-первых, полярная фаза только недавно открыта, много еще там не ясно. Интересно посмотреть ее в области совсем низких температур. Интересно посмотреть растворы гелия-3, гелия-4. Ну, я говорил, что только две жидкости существуют, которые не замерзают вплоть до абсолютного нуля. На самом деле есть еще третья жидкость, это растворы гелия-3 в гелии-4. То есть гелий в низких температурах, гелий-4 в гелии-3 не растворяется, а вот гелий-3 в гелии-4 растворяется, вплоть до концентрации примерно 6%. При этом вот этот гелий-3, который в гелии-4, он не сверхтекучий пока. Гелий-4 сверхтекучий, а гелий-3 не сверхтекучий. Но при достаточно низкой температуре он должен стать сверхтекучим. Причем в зависимости от давления теория предсказывает, что там может быть и спаривание со спином 0, и спаривание со спином единички.
К сожалению, температура перехода неизвестна. Пока удалось охладить растворы примерно до 90 микрокельвинов, сверхтекучести гелия-3 в растворе обнаружено не было. Но как бы, вопрос очень интересный. Если удастся увидеть сверхтекучесть гелия-3, растворенного в гелии-4, это будет вообще уникальная ситуация. Две разных сверхтекучих жидкости, одна в другой. Ну, пока, так сказать, ведутся только исследования в этом направлении. Ну, много еще других задач. Я еще хотел сказать, что на самом деле, я говорил про сверхтекучий гелий-3, но на самом деле много задач и в нормальном гелии-3, в нормальном жидком гелии-3. И как раз в этой области много работ ведется в Казанском университете. Я вот одну картинку сделал. Наиболее интересно здесь исследовать магнитную релаксацию гелия-3. Вот не сверхтекучий гелий-3, собственная магнитная релаксация очень слабая. Но в реальной жизни она, так сказать, происходит намного быстрее. И связано это с тем, что релаксация происходит на поверхности. И зависит она как от геометрии, например, от размеров пор поверхности, так и от магнитных свойств поверхности. Причем эти магнитные свойства поверхности можно регулировать. Можно добавлять немножко гелия-4, он покрывает поверхность и уменьшает магнитную связь. То есть это тоже уникальная ситуация. Мы можем варьировать параметры и смотреть, что происходит. То есть гелий-3 можно использовать в качестве датчика для исследований микроструктуры поверхности и пористости. Этим как раз много занимается в Казанском университете. Одна из первых работ вот интересна тем, что это было исследование магнитной релаксации гелия-3 в контакте с этилсульфатом тулия, в котором частота резонанса сильно зависит от ориентации магнитного поля. И оказалось, что если его ориентировать так, что магнитная частота резонанса в данном поле, в тулии и в гелии-3 совпадают, то в гелии-3 наблюдается резкое ускорение магнитной релаксации. Вот здесь угол 7,03 градуса, довольно быстро релаксирует, а здесь угол 6,3 и 7,3. И релаксация уже намного медленнее. Ну, много также есть теоретических работ, в частности, у Дмитрия Альбертовича Таюрского, посвященный магнитной релаксации в пористых средах, которые, в общем, хорошо достаточно описывают эксперимент. Но здесь тоже очень много еще неясного, ну и это имеет еще практические применения. Так что гелием-3 можно заниматься еще долго. Ну, на этом я, наверное, закончу. Спасибо за внимание.